जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद So we're reading Chaitanya Charitamrita Adilila, chapter 3, the external reason for the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Итак, мы читаем Шри Чайтанья Чаритамриту Адилилу, третью главу, которая называется «Внешние причины явления Шри Чайтанья Махапрабху». Апани карину бхакта бхава Ангикаре апани ачари бхакти сикан айму сабаре. Махарадж, can we see your face? Апани кариму бхакта бхава ангикаре апани ачари бхакти Sikhan ainu sabare. Okay, so we'll read the meaning. Прочитаем пословный перевод. Oh, read the word meaning, yeah? Apani, personally. Сам. Karimu, I shall make. Совершу. Бхакта Бхава, the position of a devotee. Состояние преданного. Ангикаре, acceptance. Принятие. Апани, personally. Сам. Ачари, practicing. Практикуя. Бхакти, devotional service. Преданное служение. Сикайму, I shall teach. Преподам. Sabare to all. Всем. Translation. I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. Перевод. Я приду в облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданному служению. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. When one associates with a pure devotee, one becomes so elevated that he does not aspire even for Sharsti, Sarupya, Samipya, or Salokya, because he feels that such liberation is a kind of sense gratification. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them because their only desire is to satisfy the Supreme Personality of Godhead by transcendental loving service. No one but the Lord Himself can teach this highest form of devotional service. Therefore, when the Lord took the place of the incarnation of Kali Yuga to spread the glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age, he also distributed the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. To teach the highest principles of spiritual life, the Lord Himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. Комментарий о божественной милости от Чхе Бхактивиданты Свами Прабхупады.
Общение с чистым преданным настолько возвышает человека, что он перестает стремиться к освобождению, будь то Сашти, Сарупья, Самипья или Салокья. Оно не привлекает его, поскольку такое счастье представляется ему чем-то вроде чувственного удовольствия. Чистые преданные никогда не просят Господа о собственном благе. Даже если Господь готов их одарить, они отказываются и пожелают только одного – радовать Верховную Личность Бога своим трансцендентным любовным служением. Научить такому возвышенному преданному служению может только сам Господь. Поэтому, когда он пришел в Кали-югу как воплощение, проповедующее пение мантры Харе Кришна, метод, с помощью которого поклоняются Господу в эту эпоху, он также открыл людям путь преданного служения на уровне трансцендентной спонтанной любви. Господь пришел в облике преданного, как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы поведать миру о высших принципах жизни. Ом гьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чаксурунмилитан йена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобистам стапитам йена бутале свайам рупакатамайам дадати свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Йата Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамсча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Рагнатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Параджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишака Нитамсча Хе Кришна Карана Синду Дина Банду Джагадпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Каупата Рубьясча Крипа Синду Бай Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васаде Гор Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе So, in this chapter, Krishnadas Kaviraj Goswami is describing the thinking of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the thinking of Lord Krishna himself in relation to his appearance in the Kali Yuga. В этой главе Кришнадас Кавирадж Госвами описывает то, как Господь Кришна, сам Господь Кришна, размышляет о своем явлении как Шри Чайтанья Махапрабху в Кали-югу. So, Lord Krishna was thinking how it was certainly time for his appearance in the Kali-yuga to propagate the chanting of the holy names. Which is the only process possible in the Kali Yuga. Господь Кришна думал о том, как в это время, как Кали-юга, является самым подходящим временем для того, чтобы явить и распространять воспевание святых имен, которое является единственным процессом в Кали-югу. In other ages, the Satya-юга, the Treta-юга, Dwapara-юга, there was also the chanting of the holy name. But there were other processes available also. В другие эпохи, Сатья, Двапара-югу, Трета-югу, также присутствовало воспевание святых имен, но вместе с этим были и другие процессы. So in the Satya-юга, people were very pious, and they had a very long duration of life, a duration of life of 100,000 years, so they could practice meditation. So that was also available for people to be perfect in the Satya Yuga.
Кстати, югу люди были чрезвычайно благочестивы, и их продолжительность жизни была очень длинной, вплоть до 100 тысяч лет они могли жить, и поэтому они могли практиковать медитации, то есть разные процессы совершенствования были доступны в то время. And then in the Treta Yuga, religious principles declined, and the duration of life was reduced to 10,000 years, and the process was to perform yagya, fire sacrifices. В Трета-югу религиозные принципы стали приходить в упадок. Продолжительность жизни стала сокращаться. Она равнялась 10 тысячам лет. И основной процесс возвышения был совершение яги, то есть жертвенных, огненных жертвоприношений. And then in Двапара-юга, again, there was a decline in the religious principles, and the duration of life was reduced to 1,000 years. And at that time, in the Dwapara Yuga, the process was temple worship. В Двапару-югу опять религиозные принципы начинают еще больше приходить в упадок. Продолжительность жизни сокращается до 1000 лет, и в то время основным процессом самосовершенствования является поклонение в храмах. But in each of these ages, in the Satya, Treta, and Dwapara Yuga, there was also the chanting of the holy names. But it was not very much taken up by people. It was uncommon for people to chant the holy name. И в каждой из этих эпох, и в Сати, и в Трете, и в Двапару Югу присутствовал этот процесс воспевания святых имен, но тем не менее люди не особо им пользовались, то есть этот процесс был не особенно популярен и распространен. And sometimes we see, even today in the Kali Yuga, we find people who think that chanting the holy name, that is just some emotional or sentimental process. Иногда мы с вами видим, даже в наш век, в Кали-югу, люди, которые воспевают святые имена, они полагают, что сам процесс является каким-то эмоциональным или сентиментальным процессом. They think that a real spiritual process will be something like meditation, silent meditation, sitting in trance, and then also performing sacrifices. They think that this place, these kind of processes are much more spiritual than chanting the holy name. Такие люди полагают, что истинным духовным процессом является что-то вроде медитации, когда человек сидит и молча погружен в транс или совершает какие-то жертвоприношения. То есть они считают, что именно такие процессы являются истинно духовными по сравнению с воспеванием. And we see also, even within our own Krishna conscious movement, that people are very much attached to deity worship, so much so that sometimes they will minimize the importance of chanting the holy name. И даже в нашем движении сознания Кришны мы порой видим, что преданные чрезмерно привязываются к поклонению божествам, настолько привязываются, что сводят к минимуму воспевание святых имен и важность воспевания. But from all of the revealed scriptures, they have clearly established that in the Kali Yuga, the religious principles are in the chanting of the holy names of the Lord. Но, тем не менее, богооткровенные писания все абсолютно четко говорят о том, что в Кали-югу основным религиозным принципом является воспевание святых имен Бога. Generally, when we are asked to give a verse about the appearance of the Lord in the Kali Yuga, we will quote the verse from the Srimad Bhagavatam, 11th canto. В целом, когда нас просят процитировать какой-то стих, который говорит о явлении Господа в Кали-югу, то мы в целом всегда цитируем стих из Шримад Бхагаватам, 11-й песни. This verse is spoken by Karabhajana Muni to the king Nimiraj, who was inquiring, he wanted to hear about the Lord's incarnations in each age. В этом стихе Карабаджана Муни отвечает на вопрос Ними, царя Ними, Нимираджа. Царь задает вопрос Карабаджану Муни о том, какие воплощения приходят, воплощения Господа приходят в разные юги.
So Karbhajana Muni said, Krishna Varnam Tuvisha Krishnam Sangha Pangashtra Parshadam Yagnaye Sankirtan Praye Yajantihi Sumeda Saha, that the Lord appears in the Kali Yuga along with his associates, and he is engaged in the activities of chanting the holy name. В этих строках Карабаджана Муни, отвечая на вопрос, говорит о том, что в Кали-югу Господь является вместе со своими спутниками, и деятельность, которой он занимается, это воспевание святых имен. And the verse is Krishna Varna. Krishna Varna means the Varna, the occupation of the Lord's incarnation in the Kali-yuga is this chanting of the names of Krishna and the glories of Krishna. He's constantly speaking and delivering the message of Krishna. В этих стихах произносится слово Кришна-варна, что означает деятельность Господа, которую он совершает в Кали-югу. И эта деятельность — это воспевание имен Кришны именно, и несение, и когда человек провозглашает его славу постоянно. And then his color is also mentioned, that it's mentioned Krishna-varnam Akrishnam. The Akrishnam means that his color is not blackish. И также упоминается цвет его тела. Акришнам говорится, это означает не темный. And of course the color of the Lord in each age was already described by Gargacharya at the time of the birth of Lord Krishna. И, конечно, цвет Господа в каждую из юг описывается Гаргачарьей, как цвет, который он имеет в каждую из юг. Gargacharya had come to do the name-giving ceremony of Lord Krishna, and he mentioned to Nanda Maharaj that this child appears in different colors in each age. Gargacharya пришел на церемонию, когда Господь Кришна явился в этот мир. Gargacharya пришел, чтобы дать ему имя, и сказал Нанде Махараджу о том, что Кришна является в каждую из юг и имеет разный цвет тела. White, red and yellow are the colors mentioned by Gargacharya. Gargacharya упоминает такие цвета тела Господа, как белый, желтый, красный. And Gargacharya then told Nanda Maharaj, in this age, now he has come in this blackish color. И Gargacharya затем говорит Нанде Махараджи о том, что в эту эпоху Господь является светом тела черным, темным. So the white color of the Lord is the Lord's Yuga avatar in the Satya Yuga, and the red color is the Lord's Yuga avatar in the Treta Yuga. Белый он является в Сатья Югу, а красным цветом является в Трета Югу. So the yellow color is where the Lord appears in the Kali Yuga, and Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared with that yellow complexion. А желтого цвета он является именно в Кали Югу, то есть Шри Чайтанья Махапрабху, он явился именно такого цвета. And then the verse goes on, Yagnai Sankirtan Praye Yajantihi Sumedasaha. Sumedasaha, the people who have a purified intelligence, they will take part in this chanting of the holy name. И затем стих продолжается, и в этом стихе употребляется слово Сумедасаха, что означает, что в этом движении воспевания святых имен участвуют люди, которые имеют очищенный разум. In Bhagavad Gita, we see the word alpamedasaha. Alpamedasaha meaning small intelligence. Prabhupada sometimes says their brain is like stool. Their brain is so poor, they cannot understand the importance of worship of the Supreme Lord, so they worship demigods. И в Бхагавад-гите приводится также похожее слово «алпа-меда-саха», что означает «скудный разум», «маленький мозг». И Шрила Прабхупада часто говорил о таком мозге, что он подобен испражнениям, то есть он очень скудный, настолько скудный, что человек не может понять положение Верховного Господа и потому поклоняется полубогам.
So we see that even Chaitanya Mahaprabhu, during his time, he was also sometimes considered to be a sentimentalist and an emotional person. И мы также видим, что Шри Чайтанья Махапрабху даже в его время люди считали его сентименталистом, слишком эмоциональным. Indeed, when he went to Benares, or the holy town of Varanasi, as it is also known, the Mayavadi sannyasis were criticizing him as just being a sentimentalist. И когда он поехал в Бинарис или в Варанаси, святой город, Майявади саньяси критиковали его, считая его просто сентименталистом. He did not, they criticized him because he did not spend time with them to study Vedanta, but instead he spent his time performing Sankirtan. Почему они критиковали его? Потому что он не проводил с ними время, изучая Веданту. Вместо этого он предпочитал заниматься санкиртаной. Actually, if you study the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we find that throughout his entire life he was engaged in the chanting of the holy name. И на самом деле, если мы с вами изучим жизнеописание Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, то мы увидим, что на протяжении всей своей жизни это то, чем он занимался, воспеванием. Indeed, at the very time of his birth, which was on the auspicious day of the Holi, the Gaur Purnima is on the day of Holi, at that time there was a lunar eclipse. На самом деле его день рождения совпадает с очень благоприятным днем Гаура Пурнима. Это святой день, день лунного затмения. So because of the eclipse, everyone was engaged in chanting of the holy names of the Lord. И поскольку день был такой благоприятный, то все занимались воспеванием святых имен Господа. And it said even the Mohammedans were also chanting the holy name because they were imitating the Hindus. И даже мусульмане, говорится, воспевали святые имена Бога, потому что они имитировали хинду. So then as Chaitanya Mahaprabhu grew up, as a baby, he would cry. And the ladies understood that they had to chant the holy name. И будучи ребенком, Чайтанья Махапрабху плакал. И женщины вокруг понимали, чтобы его успокоить, нужно просто воспевать святые имена. Those of you who have children, you know when you have a young baby, they often cry, and you have sometimes you will pick them up and nurse them and try to get them to stop crying. Те, у кого есть дети, прекрасно понимают, что малыши, когда маленькие, они часто плачут. Мы их берем на руки, кормим, пытаемся сделать все возможное, чтобы они перестали плакать. So when Mahaprabhu was a young baby, the ladies taking care of him would hear him cry, and they would pick him up, but still he would keep crying. И когда Махапрабху был еще малышом, то женщины, услышав, как он плачет, пытались его успокоить, беря на руки, но все равно он не прекращал плач. And gradually they understood that the only way they could stop the baby from crying was when they began to chant the holy name. И постепенно они поняли, что единственный способ, как можно сделать так, чтобы он перестал плакать, это просто начать воспевать святые имена. So at the age of 11, Chaitanya Mahaprabhu opened his own school. Боже, интернет или свет бывает на какое-то время выключает. Виктор, я сейчас... Так, надо Махараджу попросить включить звук. Виктор, включи звук Махараджу.
Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj, we lost you for some time. You said that when Chaitanya Mahaprabhu was 11, he opened his own school. Когда Чайтанья Махапрабху был 11 лет, он открыл собственную школу. 11 или 12? 11 or 12? Well, I understood it was 11 from Chaitanya Charitamrita. Из Чайтанья Чаритамриты, насколько я помню, понял его, ему было 11. Mm-hmm. And then as he became more active in teaching, sometimes he would go and travel. He'd go to what is now Bangladesh, to Eastern Bengal. И иногда, когда он преподавал очень активно, он иногда путешествовал, и в том числе в Бангладеш, то, что сейчас известно как Бангладеш, Восточную Бенгалию. And then Chaitanya Mahaprabhu would also chant. He would do kirtan with the people. Chaitanya Mahaprabhu, путешествуя, также воспевал святые имена, он проводил киртаны. And Srila Prabhupada has a purport there in relation to this description of the Lord's activities. And Prabhupada describes how in preaching work, we don't just only speak philosophy, but we want to introduce Sankirtan. Шрила Прабхупада в своем комментарии говорит, описывая деятельность Господа в то время, он говорит о том, что когда мы проповедуем, то важно не просто нести философию, но также нести Санкиртану. Actually, our Krishna conscious life begins with the chanting of the Hare Krishna mantra. На самом деле, наша жизнь, сознание Кришны начинается именно с воспевания Хари Кришна мантры. So we don't just only want people to just read the books, but we want them to start to chant the holy name. То есть мы не просто хотим, чтобы люди начали читать книги по сознанию Кришны, мы хотим, чтобы они в конце концов начали воспевать эти имена. If they've read the books and understood the book, then they must begin to chant the Maha Mantra. Если человек прочитал книги Прабхупады и понял их смысл, тогда он непременно начнет воспевать Хари Кришна Маха Мантру. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, later on, he of course became a sannyasi, and as a sannyasi, he was still chanting the holy name. Конечно, Шри Чайтанья Махапрабху позже принял саньясу, и будучи саньяси, он также продолжал воспевать святые имена. He liked to perform sankirtan, chanting and dancing, but he also chanted on his beats. Ему очень нравилось санкиртана, как воспевание святых имен с танцами, но также он воспевал святые имена на четках. It's mentioned in the Chaitanya Charitamrita that Mahaprabhu was going to travel. And so they said to him, you should take someone with you. But he didn't want to take someone with him. He just wanted to go on his own. Упоминается в Шичитане Чаритамрите о том, что Махапрабху собирался, когда отправиться в путешествие, то его спутники говорили о том, что возьми кого-нибудь с собой. Но он не хотел никого брать, он хотел путешествовать в одиночку. But they said to him, well, come on, you have to carry some things with you, and you have to chant on your beats also. So how can you manage everything on your own? You need someone with you. Но спутники не унимались, говорили, ну как же, тебе ведь нужно нести с собой еще какие-то вещи, а тебе ведь нужно еще и воспевать на четках. Как ты будешь это все нести? Как ты справишься? Тебе кто-то нужен в помощнике. So Chaitanya Mahaprabhu, in this way, was convinced to take a servant with him, although sometimes having a servant brought him difficulties. И тогда Шри Чайтанья Махапрабху поддался и сказал, хорошо, пусть рядом со мной пойдет слуга, хотя порой присутствие слуг приносило дополнительные сложности. So Chaitanya Mahaprabhu comes to establish the Yuga Dharma, which is the chanting of the holy names. То есть Чайтанья Махапрабху приходит в этот век для того, чтобы провозгласить Юга Дхарму, установить Юга Дхарму, воспевание святых имен. So as stated in this verse, that the Lord's going to come as a devotee, and he will teach
devotional service by practicing it himself. Как сказано в нашем сегодняшнем стихе, Господь придет в облике преданного, чтобы своим примером учить всех преданному служению. The next verse goes on to describe that you want to teach anything, you have to practice it yourself. А в следующем стихе сказано о том, что если вы хотите кого-то научить чему-либо, вам нужно практиковать этому, это самим. There's a story about the lady brought her son to the doctor, and she requested the doctor, "Can you please tell my son he should not eat so many sweets?" Одна из историй о женщине, которая привела своего сына к врачу с просьбой о том, чтобы врач попросил его ребенка перестать есть столько сладостей. So the doctor looked at the lady and they said, "All right, could you bring him back in 2 weeks?" Врач взглянул на женщину и сказал, "Хорошо, не могли бы вы прийти с сыном недели через две?" So 2 weeks later, the lady came back with her son, and at that time the doctor told the boy, "Don't eat so many sweets." 2 недели спустя женщина приводит сына к тому же врачу, он смотрит на ребенка и говорит, не ешь столько много сладостей. So the lady, the mother, looked at the doctor and said, why didn't you tell him that 2 weeks ago? Женщина, мать, посмотрела на доктора и спросила, почему же вы не сказали этого моему сыну 2 недели назад? The doctor said, well, because 2 weeks ago I was eating a lot of sweets. But if I'm going to tell him not to eat sweets, then I shouldn't be eating a lot of sweets myself. Врач на это сказал, поскольку 2 недели назад я сам ел очень много сладостей, а чтобы мне сказать, не ешь много сладостей, я должен сам это практиковать. If I'm going to instruct someone something, then I have to practice it myself. Если я кому-то даю наставление по какому-либо вопросу, мне нужно самому это практиковать. And we have a saying that action speaks louder than words. У нас есть даже такое выражение, что твои поступки кричат громче твоих слов. So if we tell people to chant the holy name, but we don't chant ourselves, then it's not good. Если мы сами говорим людям, воспевайте святые имена, но сами это толком не делаем, то тогда это нехорошая ситуация. If we tell people, oh, yeah, follow, be a Krishna conscious devotee is very good, but if we're not devotee ourselves, then our talking is useless. Если мы говорим людям, о, сознание Кришны это так здорово, но сами мы при этом не являемся по-настоящему преданными Кришны, тогда вся наша речь бессмысленно. So in the purport, Srila Prabhupada talks about the mood of the pure devotee, how a pure devotee acts. В своем комментарии Шрила Прабхупада говорит о настроении, об умонастроении чистого преданного и о том, как он действует. And Prabhupada said, just by associating with a pure devotee, then we'll want to develop the qualities of that devotee. И Шрила Прабхупада пишет о том, что благодаря общению с чистым преданным у нас появляется, зарождается желание развить такие же качества, как у чистого преданного. And the Prabhupada is explaining how the pure devotee has no material desire for, he has no desire for his own sense gratification. Шрила Прабхупада объясняет, что у чистого преданного нет материальных желаний, то есть нет желаний для чувственных удовлетворений. He does not even desire liberation. Он даже освобождения не желает. Prabhupada says the devotee will think liberation is a kind of sense gratification. Прабхупада поясняет, что преданный считает, что освобождение это что-то вроде чувственного удовольствия. We often hear people, you know, new devotees, younger devotees. Of course, often older devotees, they may be old people, but they're new in Krishna consciousness. We get older people coming to Krishna consciousness, and they're eager for liberation. Иногда мы часто мы слышим от молодых преданных, новеньких преданных, или даже пожилых людей, которые вот-вот только пришли в движение сознания Кришны, о том, что они хотят освобождения, жаждут. They've suffered so much in the material world.
The thought of having to take birth again in the material world terrifies them. Они настолько настрадались в этом материальном мире, что одна только мысль о том, что опять нужно здесь родиться, ужасает. So in a sense, in one way, it's nice that at least they're disgusted with the material world. С одной стороны, это хорошо, что, по крайней мере, им уже опротивил этот материальный мир. But in terms of pure devotion, it's certainly a somewhat materialistic desire to think about our own liberation. Но с точки зрения чистого преданного, это все равно материальное желание, когда мы думаем о собственном освобождении. A pure devotee won't think about his own liberation, but he'll think about delivering others. Чистый преданный не думает о собственном освобождении, он думает о том, чтобы другие люди, другие живые существа освободились. We see devotees like Vasudev Datta, who came to Chaitanya Mahaprabhu and requested him that let me take the sins for all the sinful living entities, and I will stay here. Let them all be liberated. Мы знаем пример Васудева Даты, который подошел к Шри Чайтанья Махапрабху и попросил: пожалуйста, давай я возьму грехи всех грешников этой вселенной, я останусь здесь, а пусть они получат освобождение. So when Chaitanya Mahaprabhu heard these words of Vasudev Datta, Chaitanya Mahaprabhu shed tears. He was so pleased. He was so happy, so grateful to Vasudev Datta for expressing that desire. И когда Чайтанья Махапрабху услышал такую просьбу от Васудева Датты, у него прыснули слезы из глаз. Он был настолько счастлив, доволен и благодарен за то, что Васудева Датта выразил такого рода желание. And the Lord arranged that this desire of Vasudev Datta was fulfilled, that everyone was liberated by the desire of the devotee. И Господь организовал все так, что это желание Васудева Датты сбылось, и все живые существа получили освобождение. But the main point Srila Prabhupada is explaining that pure devotees, they are not engaged in devotional service with a business mentality. Но суть в том, что, как Шрила Прабхупада объясняет, чистый преданный, он не занимается преданным служением для того, чтобы получить что-то. Для него это не какая-то бизнес-сделка. Business means you give something, you get something back. You give the goods, you get the money. Бизнес обозначает, что я что-то даю и получаю взамен. То есть я даю деньги, получаю товар. But devotional service means to give up doing business and to simply serve the Lord without any kind of motivation. Но преданное служение обозначает отказаться от подобного рода эгоистичных желаний. Оно обозначает лишь служение Господу без каких-то мотивов. A devotee is not thinking what I will get for this activity. Преданный не думает вот так: а что же я получу, если займусь этой деятельностью? Rather, the devotee simply acts for the purpose of trying to give pleasure to Krishna. Преданный действует так, чтобы попытаться как-то порадовать Господа. So the pure devotee, even if he's offered something, he won't like to accept it. Даже чистому преданному, если что-то предлагают, он не принимает это взамен. We hear about devotees like Prahlad Maharaj, how after Lord Nrisingadev had killed his father, Lord Nrisingadev wanted to give some benediction to Prahlad. Мы знаем историю Прохлад Махараджи, когда после того, как Нрисимхадев убил его отца, Нрисимхадев сказал Прохлад Махараджи: проси любое благословение теперь. But Prahlad Maharaj told Lord Nrisingadev, I'm not a businessman. Don't encourage my fruitive mentality. Но Прохлад Махарадж сказал: я не бизнесмен. Не побуждай меня думать о кармическим образом. And because Lord Nrisingadev requested again and again, then Prahlad Maharaj said, please bless me that in my heart there will be no desire
for material sense gratification. Но поскольку Господь Нарисимхадев настаивал на том, чтобы тот попросил какого-то благословения, то Прохлад Махарадж сказал: «Пожалуйста, благослови меня на то, чтобы в моем сердце не было материальных желаний, желаний чувственных удовольствий». And then we have also the example of devotees like Koloveka Sridhar in Chaitanya Lila. Koloveka Sridhar was a very poor brahmana. И также у нас есть пример таких преданных, как Коловека Шридхар, который из Лилы Читани Махапрабху. Он был очень-очень бедным брахманом. He had some banana trees, and whatever fruit from the tree, that was his income. His only means of support was from a few banana trees, which he owned. У него было несколько банановых деревьев, и какие фрукты давали эти банановые деревья, это и был его единственный источник дохода. But he was so devoted that whatever income he got, he always gave 50% for the worship of Mother Ganga. Но он был настолько глубоким преданным, что какой бы он доход ни получал от этих банановых деревьев, ровно 50% он отдавал на поклонение матушке Ганге. So Chaitanya Mahaprabhu at one point sat on the altar in the home of Shiva's Pandit, and he called all different devotees to come and take blessings from him. Could you please repeat? I lost the internet. Yes, Chaitanya Mahaprabhu was in the home of Shiva's Pandit, and he sat on the altar. In the home of Shiva's Pandit, he sat on the Vishnu altar, and he began to give blessings to different devotees. Однажды Чайтанья Махапрабху был в доме Шривас Пандита, и он сидел на алтаре, как Вишну, и раздавал благословения всем тем, кто собрался там. And so at one point, Mahaprabhu said, "Bring Sridhar," and the devotees they didn't even know who Sridhar was. Lord Chaitanya had to tell them where he lived so they could go and find him. В какой-то момент Господь Чайтанья сказал: «Приведите Шридхара», но никто не знал, кто это такой вообще. Тогда Господу Чайтанье пришлось всем объяснить, где он живет, чтобы они могли найти его. So when Sridhar came, Lord Chaitanya Mahaprabhu requested Sridhar to ask for some benediction, that he knew Sridhar was very poor. Когда Шридхар пришел, то Чайтанья Махапрабху сказал: «Проси благословений». Он знал, что Шридхар был нищим. His home was very much in need of repair. It was very broken down, and his cloth had holes in it. He had no new cloth. Его дом был очень обветшалым. Одежда была вся в дырах. У него не было новой одежды. He had to use a very old metal pot to drink water from. Он использовал очень старый сосуд, из которого пил воду. So Lord Chaitanya Mahaprabhu wanted to give some benediction, and he asked Sridhar, "What can I give you? Ask anything." И Господь Чайтанья Махапрабху хотел благословить Шридхара, поэтому он сказал: «Проси чего хочешь». But Koloveka Sridhar said, "Oh, just bless me that I can go on doing as I am doing." Но Коловека Шридхар ответил на это: "Позволь мне, чтобы я продолжал заниматься тем, чем уже занимаюсь." Let me continue to use 50, whatever income I get, let me use half of it to worship Mother Ganga. Позволь мне, чтобы какой бы ни был у меня доход, я бы мог всегда 50% отдавать на поклонение матери Ганги. So Chaitanya Mahaprabhu tried to tempt him by offering so many material facilities, so many blessings, benedictions, but Sridhar was not interested. И Чайтанья Махапрабху попытался соблазнить Шридхара, обещая ему разные материальные блага, благословения, но Шридхар не повелся на это. Sridhar gave the example. He said, "The king is living in his palace, and the bird is living in his nest in the trees." Шридхар привел пример. Он сказал, что царь живет в своем дворце, а птица живет в гнезде на дереве. Everyone is suffering and enjoying according to their past deeds.
Каждый страдает и наслаждается согласно своим прошлым деяниям. I said, I don't want to do anything to change my situation. I just want to go on. I'm happy worshiping the Lord. Поэтому я не хочу ничего менять в той ситуации, какая у меня сейчас есть. Я просто хочу продолжать и поклоняться Господу. So this is the mood of the pure devotees. Even they're offered benedictions, they don't want it. То есть этому настроение чистого преданного, даже когда ему предлагают какие-то благословения, он отказывается. And Dhruva Maharaj is another wonderful example, that he had gone off to the forest with a very big material desire. He wanted to get a big kingdom. И Друва Махарадж – другой очередной прекрасный пример того, как он пошел в лес с огромным, имея огромное материальное желание обрести огромное царство. Dhruva Maharaj wanted a kingdom bigger, than greater than even his grandfather Manu. Dhruva Maharaj хотел иметь царство гораздо большее, чем царство у его деда Ману. And he went to the forest and did great austerity for 6 months. И он отправился в лес, совершал там аскезу в течение 6 месяцев. His austerity was so great that even at one point the demigods were suffocating. В какой-то момент от его аскез, от его суровых аскез, даже полубоги стали задыхаться. And then finally the Lord appeared to him. И наконец перед ним явился сам Господь. And when the Lord appeared to him, then Dhruva Maharaj understood that his material desires were like looking for pieces of broken glass. И когда Господь явился перед Друва Махараджем, то он понял, что его материальные желания выглядели словно груда битого стекла. But now that he had seen the Supreme Lord, the Lord had appeared before him, he thought, now I have found the most beautiful jewel. Но сейчас, когда он видел Господа, самого Господа перед собой, он понимал, наконец-то я обрел прекраснейшую драгоценность. So in this way, he had realized, Dhruva Maharaj had realized that his material desires were foolish and they had no value. И поэтому он понял, что все его материальные желания — это всего лишь глупость, за ними нет ничего ценного. Rather, the desire of the pure devotee is simply to satisfy the Supreme Lord. То есть желание чистого преданного — это удовлетворять Верховного Господа. And how to satisfy the Supreme Lord? Simply by loving service. А как можно это сделать? Это можно сделать, если служить Господу с любовью. So, the Lord himself can teach this better than anyone else. И сам Господь может обучить этому лучше, чем кто бы то ни было другой. And in the Kali Yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to teach all of us this process of self-realization through the chanting of the holy name. И в Кали-югу Шри Чайтанья Махапрабху, сам Господь, приходит для того, чтобы обучить нас, как достичь самосовершенствования благодаря воспеванию святых имен. But Chaitanya Mahaprabhu's mission is not only to just teach the chanting of the holy name. Но миссия Господа Чайтаньи не ограничивается тому, чтобы обучить, как воспевать святые имена. Chaitanya Mahaprabhu has a higher purpose because actually Mahaprabhu is not just the yuga avatar, but he is the Supreme Personality of Godhead, the original Supreme Personality of Godhead, who comes only once in a day of Brahma. Но Чайтанья Махапрабху имеет более возвышенную цель, помимо этого, ведь он является не просто юга-аватарой, он является самим Верховной Личностью Бога, изначальным Господом, который приходит один раз в день Брахмы. And he comes not just simply to teach the importance of the holy name, but he wants to teach the mood which we want to cultivate in chanting the holy name.
Он приходит не только для того, чтобы научить людей, как воспевать Святое Имя. Он приходит для того, чтобы научить нас умонастроению, которое мы должны культивировать при воспевании. Not only in chanting the Holy Name, but in all of our devotional activities, we want to develop that mood of spontaneous loving service. Не только это касается воспевания святых имен, это умонастроение. Это умонастроение, которому он учит, должно пропитывать всю деятельность в сознании Кришны, которой мы занимаемся, для того, чтобы развить спонтанное преданное служение Господу. It is pointed out that if we simply practice devotional service according to the rules and regulations, then we can achieve Vaikuntha. Сказано о том, что если мы будем совершать преданное служение согласно правилам и предписаниям, то мы достигнем Вайкунтхи. But if we cultivate devotional service in the mood of the residents of Vrindavan, then we can attain to Goloka. Но если мы будем культивировать и совершать наше преданное служение в настроении жителей Вриндавана, то мы достигнем Голоки. So Sri Chaitanya Mahaprabhu appears to give us the highest thing in presenting bhakti yoga. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху является для того, чтобы дать нам самое высшее, что только возможно, бхакти йогу. This was appreciated by Rupa Goswami when he offered his prayer to Chaitanya Mahaprabhu. И Рупа Госвами понимал эту цель, этот смысл, когда он возносил молитвы Господу Чайтанье. Намо Махабаданая Кришна Према Придайте. Krishna, Krishna, Chaitanya, Namani, Guru, Tivishi, Nama. That Chaitanya Mahaprabhu is described as being the most merciful of all of Krishna's incarnations, because he is giving the highest thing, which is Krishna Prem. В этих строках Чайтанья Махапрабху описывается как самое милостивое из всех воплощений Господа, потому что Он приходит для того, чтобы дать самое лучшее, самое высшее — это Кришна Прему. So we want to develop this highest, the perfectional level of devotional service. We want to adopt the mood of the residents of Vrindavan, who have that natural attraction to Lord Krishna. Это то, чего мы хотим. Мы хотим развить вот это самое совершенное, самое высшее умонастроение, перенять это настроение у жителей Вриндавана, которые проявляют это настроение естественным образом, влекомые желанием быть с Кришной. If we simply practice devotional service, strictly following the rules and regulations, then that will probably just simply lead to dasharas. That will develop the mood of the servant, and we can go to Vaikuntha. Если мы будем следовать практическому преданному служению строго, придерживаясь правил и предписаний, то тогда мы разовьем дасарасу и отправимся на Вайкунху. But if we practice in the mood of the residents of Vrindavan, then we can cultivate the higher rasas, and we can enter into Goloka. Но если мы будем практиковать настроение жителей Вриндавана, то тогда мы сможем культивировать более возвышенные расы и можем отправиться на саму Голоку. So Chaitanya Mahaprabhu appears to give us the highest thing, the perfection of devotional service. То есть Чайтанья Махапрабху является для того, чтобы дать нам самое высшее совершенство преданного служения. And so we know that in sadhana bhakti there are two levels of sadhana bhakti. There is vaidhi bhakti and there is raganuga bhakti. Мы знаем, что в sadhana bhakti есть два уровня. Это vaidhi sadhana bhakti и raganuga. So sadhana bhakti, vaidhi bhakti, where you practice according to the rules and regulations. And that is necessary in the beginning, in preliminary practice of bhakti yoga. We must follow rules and regulations. Вайти садхана бхакти — это когда мы соблюдаем все согласно правилам и предписаниям, строго следуя им. И это абсолютно необходимый этап в самом начале, в начале преданного служения. Мы должны это делать. If we cannot follow the rules and regulations, then we cannot expect to practice raganuga bhakti. Если мы не будем строго следовать правилам и предписаниям, то мы даже не можем ожидать, что когда-нибудь подберемся к рагануга бхакти.
So Raga Nuga Bhakti means that the devotion to Krishna becomes more spontaneous, more natural. Рагануга бхакти означает, что наша практика преданного служения Кришне становится более спонтанной, более естественной. In our neophyte stage, we do everything. Oh, I have to do this. My guru said I have to chant. Oh, I better do this. I better go to Mangal Arati. The devotees will criticize me if I don't go to Arati. We do everything just, you know, not so much out of love, but just out of obedience. На нашем начальном этапе преданного служения мы делаем наше преданное служение лишь потому, что это сказал гуру, потому что нам нужно идти на Мангаларати, иначе нас будут критиковать преданные, что они скажут и так далее. То есть все, что мы делаем не особо из чувства большой любви к Кришне. But Raganuga Bhakti is on a much higher level, that there's a natural desire to want to do everything for the pleasure of Krishna. Но на уровне Рагануга Бхакти это гораздо более высокий уровень, когда это желание служения становится очень естественным, становится естественным желание удовлетворить Кришну. We give the example that, like waking up in the morning. In the beginning, you may need the alarm clock to wake you up in the morning. Мы приводим пример будильника, когда утром для того, чтобы проснуться рано, мы прибегаем к помощи будильника. But after you become regulated to getting up in the morning, then without the alarm clock, you will wake up and you get up naturally and want to get up and go to the morning program. Но также, если человек уже привыкает вставать рано, то ему не нужен будильник для того, чтобы просыпаться. So Raga Nuga Bhakti is devotion performed with Raga, with that actual attachment, attraction to the service of Krishna. Raga Nuga Bhakti обозначает, что в ней присутствует рага, то есть преданность и естественное влечение и привязанность к служению. And devotee wants to cultivate that according to the mood of a particular devotee of Vrindavan. И преданный культивирует такое настроение согласно умонастроению, согласно настроению какого-то определенного жителя Вриндавана. Chaitanya Mahaprabhu and his followers generally they cultivated the mood of the gopis. Chaitanya Mahaprabhu и его спутники в целом культивировали настроение гопи. And Chaitanya Mahaprabhu himself, he was cultivating Radha Bhav, the mood of Srimati Radharani. Сам Господь Чайтанья культивировал рада бхаву, то есть настроение Радхарани. Introductory verses in Chaitanya Charitamrita, the confidential reason for the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. What did you say in the beginning that Chaitanya Mahaprabhu presents the that Chaitanya Mahaprabhu, the confidential reason for his coming into this world. Читание Чаритамрита содержит описание сокровенных причин явления Господа в этот мир. Махарадж пропал, да? Нет, он здесь. Здесь? Махарадж. Yes, Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, yes. Please. Yeah, mine is unstable today. Нестабильный интернет. I'm in Mayapur, not very stable. Okay, so I was saying Chaitanya Mahaprabhu that there is the confidential reason for Chaitanya Mahaprabhu's appearance. It wasn't just simply only to establish the Yuga Dharma. То есть его явление не ограничивалось просто для того, чтобы утвердить юга-дхарму. Lord Krishna himself wants to taste that love which Srimati Radharani has for Krishna. Сам Господь Кришна хочет почувствовать вкус той любви, которую испытывает к нему Шримати Радхарани.
Lord Krishna wants to enjoy. Lord Krishna can, himself, he said, I want to enjoy more than anyone. I want to be the supreme enjoyer. But I see that Radharani is enjoying many millions of times more than me. Господь Кришна говорит, что я хочу наслаждаться, будучи верховным, я хочу наслаждаться более, чем кто-либо другой, но я вижу, что Радхарани наслаждается в миллионы раз больше, чем я. So I want, she's having so much more pleasure, I want to get that pleasure. And that is why Krishna comes as a devotee to experience this mood of Shrimati Radharani. Она наслаждается гораздо больше. Я хочу понять, что это за наслаждение, которое она испытывает. Поэтому Кришна является в этот век как преданный Господа для того, чтобы почувствовать, испытать на себе настроение Радхарани. So we see Chaitanya Mahaprabhu, when he was manifest in this world, he would associate a lot with Gadadhar Pandit. Because Gadadhar Pandit is the expansion of Shrimati Radharani. И мы видим, как Чайтанья Махапрабху, когда он явился в этот материальный мир, он очень много времени проводил с Гададхаром Пандитом, который является воплощением самой Шримати Радхарани. Чайтанья Махапрабху wants to understand the mood of the gopis and particularly the mood, the loving sentiments which Shrimati Radharani has for Lord Krishna. То есть Господь Чайтанья хочет понять и почувствовать вот это настроение гопи, в особенности он хочет почувствовать ту любовь, которую чувствует Радхарани в отношении Кришны. So this is of course described in the other introductory verses there from the diary of Swarup Damodar Goswami. Это описание, описание других повествований содержится в дневнике Сварупа Дамодары. So we should not be premature in trying to cultivate this mood of Raganuga Bhakti. We must be qualified for it. Но мы не должны преждевременно пытаться развить это настроение Рагануга Бхакти. Для этого мы должны обладать необходимой квалификацией. Chaitanya Mahaprabhu, of course, came to give this highest thing, to give it to everyone. He was distributing love of God everywhere. Конечно, Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать это самое высшее, дать это каждому, любовь к Богу. But that doesn't mean that people who were meat eaters and drunkards or whatever, that they could also get love of God. Of course, we see Jagai and Madai could be delivered. Но это не означает, что те, кто ест мясо или алкоголь, они... doesn't mean that they cannot get or they can get. They can get, but... Это означает, что они могут получить также любовь к Господу. И мы видели это, например, в Джагае и Мадхае. By the mercy of the Lord. Это возможно по милости Бога. You need the mercy of the devotee who can change the life of the common man. Нужна именно милость преданного. Именно эта милость позволит изменить жизнь обыкновенного человека. And so we saw Srila Prabhupada distribute the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu to everyone. И мы видели на примере Шрилы Прабхупады, как он распространял послание Чайтанья Махапрабху каждому. And he encouraged everyone take part in the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он побуждал, вдохновлял каждого, кого встречал, принять участие, присоединиться к этой миссии Чайтанья Махапрабху. In the second canto of Srimad Bhagavatam, you have Sukadeva Goswami being requested by Maharaj Parikshit to describe the process of creation. Во второй песне Шримад Бхагавата мы видим, как Шукадева Госвами описывает процесс сотворения этой вселенной, отвечая на вопрос Махараджа Парикшита. So before beginning to describe the process of creation, Sukadeva Goswami first of all offered prayers. И перед тем, как начать описывать процесс сотворения вселенной, Шукадева Госвами возносит молитвы.
And in his prayers, he first of all glorifies the Supreme Lord, and then he glorifies also the devotees. И в своих молитвах он сначала прославляет верховную личность Бога, а затем прославляет преданных Бога. There's a famous verse. It goes, Kirita Hunandra Pulinda Pokasha Abira Shumba Yavana Kashadaya Yanye Chapapa Yadapashraya Shraya Sujanti Tasmai Prabha Vishnave Namah. Sukadeva Goswami mentions the names of many different sinful races around the planet. Sinful races? Sinful races, different races, civilizations, which are sinful by nature. Шукадева Госвами в этом знаменитом стихе упоминает названия различных греховных цивилизаций, рас. Right, he begins talking, Kirita, meaning Prabhupada said, this is referring to African people. Он перечисляет, называя Кирита, Шрила Прабхупада говорит о том, что это сегодняшние африканцы. And then he finishes with Kasha. Kasha means the Chinese people. Затем заканчивает, говоря Каша, Каша – это сегодняшние китайцы. And many other different races are all mentioned in different places on the planet. И также упоминается много других рас и разных мест, географических мест на нашей планете. The Turks are there. Также упоминаются турки. Anyway, but Sukadeva Goswami said they can all be delivered by the mercy of the Lord. И Шукадева Госвами говорит, все они могут получить освобождение по милости Бога. Actually, Sukadeva Goswami uses the term Prabha Vishnave Nama. Prabha Vishnave means powerful Vishnu. И Шукадева Госвами упоминает этот термин Прабха Вишну, о том, что Господь является могущественным. And so the same way the devotee who is empowered by Lord Vishnu, he can deliver the sinful races. И аналогично с преданным обстоит дело с чистым преданным, он становится уполномоченным для того, чтобы освобождать другие расы, цивилизации. In the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj has written, Kali Yuga Dharm Hari Nam Sankirtan Krishna Shakti Vininahi Tara Pravartan. That the Dharma of the religious principles in the age of Kali is to perform Sankirtan of the chanting of the holy name. В читании Чаритамриты Кришнадас Кавирадж Госвами в этих строках говорит о том, что дхарма, то есть религиозный принцип этой эпохи Кали, это совершение санкиртаны, воспевание святых имен. In order to deliver the chanting of the holy name, one should be empowered with Krishna Shakti. И для того, чтобы совершать это воспевание, человек должен быть уполномочен Шакти Кришны. Right, this Krishna Shakti. This means just like if you are involved in some legal proceedings, then you may hire a lawyer to represent you in the court. Кришна Шакти. Это подобно тому, что если вы, например, какие-то судебные тяжбы вовлечены, то вам необходимо нанять юриста, адвоката, чтобы он представлял вас в суде. So the same way Krishna, a devotee can represent Lord Krishna. He can be empowered with the energy of Krishna to preach the chanting of the holy name. И аналогично, преданный Кришны может действовать как представитель Кришны, потому что он уполномочен нести послание Кришны. So by that empowerment, one becomes qualified to give the holy name to others. И благодаря этим полномочиям человек обретает квалификацию, чтобы раздавать святое имя другим. The devotee can't do anything on his own. He needs to have the blessings of Lord Krishna. Преданный Кришна не может делать все по своему усмотрению. Ему необходимо благословение. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu took the mood of a devotee and showed all of us how we should chant the holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu принял это настроение преданного для того, чтобы показать всем нам, как нужно воспевать святые имена. As Prabhupada writes in the purport,
we should perform devotional service on the platform of transcendental spontaneous love. Шрила Прабхупада в комментарии пишет, что нам необходимо совершать наше преданное служение на платформе трансцендентной, спонтанной любви. Similarly, in the Nectar of Instruction, in the preface to that book, Srila Prabhupada has written that everything depends on the attitude of the devotee. В Нектаре наставлений, во введении, Шрила Прабхупада говорит о том, что все зависит от отношения преданного. We have to have the right attitude that we want to do this for the pleasure of Krishna. У нас должно быть правильное отношение, а отношение правильное тогда, когда мы хотим удовлетворить Кришну. We have no other interest in mind. We're not thinking about our own self. Других у нас интересов в уме при этом нету. Мы не хотим, совершая преданное служение, удовлетворить себя. The service must be pure. It must be done with love. Служение должно быть чистым, и оно должно совершаться с любовью. Prabhupada describes about chanting the holy name. So it should be like a child separated from the mother. Шрила Прабхупада, описывая то, как нужно воспевать святые имена, сравнивает это с ребенком, которого разлучили с матерью. So when the child cries, it's the mother. He wants the mother. He wants the mother to take care of him. And similarly, devotee wants Krishna. Когда ребенок плачет, то он зовет свою маму. Он хочет маму и никого другого, чтобы именно она позаботилась о нем. И аналогично преданный, он зовет Кришну. We simply want service to Krishna. We want to give service to Krishna. Все, что мы хотим, это служить Кришне, давать свое служение Ему. Everyone's interested in taking, getting. What do I get? What are you going to give me? But a devotee just wants to give. Все кругом хотят брать, получать. А что он мне даст? Вот чем другие заинтересованы, но преданный хочет давать. And what do we have to give Krishna? The most important, the only valuable thing which we have to give Krishna is our love. И что же мы можем дать Кришне? Единственное ценное, чем мы можем поделиться с Кришной, это собственной любовью. And love means service, that we will work, we will work on behalf of Krishna. А любовь обозначает служение, то есть мы будем уже действовать, будем работать в интересах Кришны. Particularly the chanting of the holy name, going regularly and chanting the holy name. И в частности, особенно это относится к воспеванию, регулярному воспеванию. So it's always inspiring to hear about how the devotees in different parts of Russia go out throughout the winter, they go out regularly and try to chant the holy name. Всегда очень вдохновляет слышать истории, как преданные, например, в России в зимнее время идут и проповедуют и воспевают регулярно. This is the mood of the pure devotees. This will get us the highest love of Krishna. И это настроение чистого преданного, и это настроение, которое позволит ему достичь высшей любви к Богу. Don't think you could be doing anything, you could be doing something else. You're already doing the highest thing, the greatest thing by chanting the holy name. Не думайте, что когда-нибудь я буду заниматься чем-то другим. Уже дано самое высшее, самое совершенное это воспевание. Chanting the holy name is the means to perfection, and it is also perfection. Воспевание святых имен — это средство достижения совершенства, и это само уже совершенство. We just have to keep chanting, keep that mood, and keep that mood to love Krishna. Все, что нужно делать, это просто поддерживать воспевание, поддерживать это настроение любви к Богу. And Chaitanya Mahaprabhu's main activity throughout his time in Jagannath Puri was chanting the holy name. И мы видим, что основная деятельность Господа Чайтани, когда он находился в Джаганнатхапури, это было воспевание святых имен. Only with a few special people did he discuss
philosophy. Были исключения, несколько лишь человек, с которыми Господь Чайтанья обсуждал философию. But for the general mass of people, it was Sankirtan. Но для основной массы людей он нес Санкиртану. And Srila Prabhupada also tells us there are three Mahamantras. We have the Panchatattva mantra, we have the Hare Krishna mantra, and there's also one more mantra. Шрила Прабхупада также говорит о том, что есть три Махамантры – Панчататва мантра, Хари Кришна Махамантра и третья мантра. The third mantra is Hare Harai Nama Krishna Yadavai Namaha Gopal Govindaram Shri Madhusudan. This was a very great favorite of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это третья мантра, которую очень любил Махапрабху. And Srila Prabhupada writes that at least in Mayapur Dham every morning we must chant this mantra. И Шрила Прабхупада пишет, что по крайней мере в Майяпуре каждое утро нам нужно воспевать эту мантру. Okay, we will stop there. Остановимся здесь. Are there any questions? Есть ли вопросы? Спасибо, дорогой Махарадж, за замечательную катху Шри Чайтанья Махапрабху. Thank you, dear Maharaj, for a wonderful Katha about Chaitanya Mahaprabhu. О его миссии. About his mission. У меня несколько вопросов. I have a few questions. Вы сегодня сказали, что практикуя Вайди Садхана Бхакти и дальше не двигаясь, да, или не углубляя, преданный может попасть на Вайкунтху. You've mentioned today that by practicing Vaidhi Sadhana Bhakti, if we don't deepen, if we do not expand our practice, we can finally access Vaikuntha. Потому что Чайтанья Махапрабху принес это умонастроение спонтанного преданного служения Рагануга Бхакти. Чайтанья Махапрабху himself brought that spontaneous devotional service of in the mood of Рагануга Бхакти. А вместе с тем вы также сказали, что не нужно спешить с Рагануга Бхакти, нужно обрести должную квалификацию. At the same time, you've mentioned that we shouldn't be in a hurry to attain Рагануга Бхакти. We should have the proper qualification for that. И как понять, какова квалификация того, кто уже готов к следованию Рагатмика Бхакти? Или практиковать Рагануга Бхакти. And how do we distinguish, how do we understand whether I or some other devotees are qualified enough to practice Рагануга Бхакти and to follow Рагатмика Бхактас? Well, you have to be strictly following the process of Vaidhi Bhakti. You have to be very faithful in your practice of chanting the holy name, and taking part in all the spiritual activities like hearing and chanting and serving. Для этого вы должны очень строго следовать всем правилам и предписаниям Вайдхи Садхана Бхакти. То есть вы должны следовать воспеванию святых имен, принимать участие во всех видах деятельности, которые предписаны: слушание, воспевание, служение. If we're struggling to complete our rounds in the day, if we're struggling to complete 16 rounds, or sometimes we're practicing principles, but sometimes we deviate from the principles, then these are signs that we're not yet ready for anything higher. Если мы с вами читаем наши круги, и нам дается это с трудом, мы с трудом вычитываем свои 16 кругов ежедневно, если мы, практикуя наши 4 принципа, иногда отклоняемся от какого-то, то это признаки того, что мы еще недостаточно на высоком уровне. We have to understand that most of us, we're not coming from this culture. And we have, maybe before being a devotee even, we had bad habits and we had custom to sinful life. And so we'll take some time for us to purify ourselves. Мы должны понимать, что большинство из нас не происходит ни родом не из такой вот культуры возвышенной до сознания Кришны. Мы, может быть,
практиковали какие-то плохие, у нас были плохие привычки или зависимости, или греховной деятельностью занимались. Поэтому процесс очищения займет время. We haven't been brought up in a very spiritual or even religious background. Наши семьи не выращивали, не воспитывали нас в каком-то духовном духе или даже в религиозном. So it does take some time for us to purify the consciousness, to get rid of the tendency towards bad habits. Поэтому потребуется какое-то время, чтобы очистить свое сознание и избавиться от плохих тенденций. And we have to develop a strong taste for hearing from the scriptures and studying the scriptures. И также нам нужно развить вкус слушания Писаний, изучения Писаний. So if we have that kind of taste, we have that strong, we've cultivated that very strong attachment to hearing and chanting, and we're not attracted in any way towards bad habits, then there's hope that you can go on to higher things. Если мы с вами и развили вот этот вкус, если мы культивируем этот вкус и сильную привязанность к слушанию и воспеванию, и нас не прельщают какие-то плохие вещи, то тогда есть надежда, что мы разовьем более высокий вкус. But still, we would want to be guided by spiritual authorities. We certainly wouldn't want to do this independently. We would want to take guidance from spiritual authorities. Но тем не менее нам необходимо всегда духовное руководство, руководство духовных авторитетов. То есть мы не действуем ни в каком случае независимо, всегда находимся под руководством. People who know us, people who have been working with us, who know how we act and who know our behavior, they can understand more about our nature. Это должны быть люди, которые нас хорошо знают, которые знают, как мы действуем, как мы ведем себя, как говорим и так далее, какое у нас поведение. And ideally you want to find guidance from somebody who is also practicing on a higher level. И в идеале это должен быть человек, который будет вести нас по этому пути. Это тот, кто также практикует и находится на более возвышенном уровне, чем мы. Someone who is very much absorbed in shastra and very strict in their regulative principles and in chanting, and you have confidence in them, then you can take shelter and take instruction from them. Это должен быть тот, кто погружен в шастры, кто очень строг в соблюдении четырех регулирующих принципов, кто погружен в слушание, у кого очень, кому мы испытываем твердое доверие. И тогда это тот человек, которого мы можем принять прибежище. And it is not that in order to take up Raganuga Bhakti that we have to give up anything, any of our previous activities. Это не то, что человек, который занимается Рагануга Бхакти, он теперь отбрасывает все то, чем занимался до этого. We don't have to stop our service in order to do bhakti. Нам не нужно прекращать совершение нашего служения, чтобы заняться бхакти. You may be doing sankirtan, you want to continue doing sankirtan. Если вы занимаетесь санкиртаной, продолжайте заниматься санкиртаной. You may be doing deity worship, you would want to continue the deity worship. Если поклоняетесь божествам, продолжайте. But at the same time, you want to increase, you want to become more mentally absorbed in the pastimes of Krishna and in the chanting of the holy name. Но одновременно с этим, чего мы хотим достичь, это больше погруженности в лилы Кришны и воспевания святых имен. So actually there would be no externally there would be no change in your activities. You would continue to do the same things. То есть внешне каких-то изменений в вашем поведении или деятельности не будет. Вы будете продолжать то, чем занимались. But to take up Raganuga Bhakti, we would have to just simply become more mentally absorbed in the thinking of Krishna and remembering the philosophy and applying the process of Krishna consciousness.
Рагануга Бхакти означает, что наше сознание все больше и больше погружается в мысли о Кришне, в философию сознания Кришны, в применение самого этого процесса. We don't have to go and sit in Radha-Kund. Нам не нужно поехать на Радакунду и просто сидеть там. But what we do need to do is keep ourselves engaged in Krishna conscious activities. Нам нужно быть вовлеченными в деятельность сознания Кришны. Спасибо. А сколько еще мы можем уделить время на вопрос-ответы, Махарадж? Thank you, Махарадж. How much time do we have? Yes, okay, I'm all right. У меня еще один вопрос есть, но я, наверное, сперва позволю. Вот, пожалуйста, Ювати, Сачи, Девидаси. Прабхаджана Прабу, можно мне сделать объявление? Да, пожалуйста. Дорогие преданные, пожалуйста, не упустите возможность уделять. Для этого, пожалуйста, пишите в нашу службу поддержки на сайте asiavairagi.info. Ссылка есть в описании под видео. Мы подробно объясним вам, как можно отправить Махараджу пожертвования и поможем с переводом в другую страну, если это необходимо. Хари Кришна. Виктор Прабу, вы пропали вначале, вы там сказали, что не упустите возможность выразить благодарность, да, Махараджу? Да, пожалуйста, не упустите возможность выразить благодарность за лекцию, за время, за общение, которое Махарадж нам дает. Для этого переходите по ссылке в описании под видео. Да, все остальное было слышно, да. asiavairagi.info, да, спасибо. Dear devotees, please don't miss this opportunity to express your gratitude to our Maharaj for a wonderful lecture, for a wonderful katha, and for the time that he is generously spending with us. For that, please send your request to the website asiavairagi.info, and we will help you. We'll help you to send your to pass your donations to Maharaj. There's some hands up. We can hear the questions. Вопросы еще. Хари Кришна, dear Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances of Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, sometimes I hear the statement that people with a mode of passion cannot give up essential pleasures, and therefore they must satisfy them. Is that true? Is that true or not? Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Иногда мы слышим такое выражение, что люди, которые находятся в страсти, они не могут просто отказаться от чувственных удовольствий, поэтому они вынуждены их удовлетворить. Это правда? It's not true. Это неправда. You never satisfy your material desires. Вы никогда не удовлетворите свои материальные желания. What you have to do is purify your desires. You have to come out of the mode of passion. You have to elevate yourself up to the mode of goodness. Что необходимо сделать с желаниями, так это очистить их. Необходимо возвыситься до более возвышенной гуны, сатва гуны. So you have to come to the mode of goodness by regulating your lifestyle in devotional service. Поэтому необходимо возвыситься до гуны благости с помощью регулирования вашего образа жизни. By regulating yourself, you control your mind and senses, and gradually you get freed from the mode of passion. Регулируя себя в преданном служении, вы таким образом регулируете свой ум и чувства, и так постепенно вы освободитесь от желаний в гуне страсти. You should know from the Bhagavad Gita, Lord Krishna has described that mode of passion is just simply lust, and lust burns like fire and is never satisfied. Вы должны знать из Бхагавад-гиты, что Кришна говорит, что гуна страсти подобна похоти. Это похоть, это подобно пожару, огню, который никогда не удовлетворяется. So trying to satisfy your material desires is just putting more fuel on the fire. И пытаясь удовлетворить материальные желания, подобно тому, как вы подбрасываете топливо, новое топливо в огонь. Вы никогда не освободитесь от материальных желаний, удовлетворяя их. So you want to concentrate more in the devotional process, do more chanting and do more hearing.
Поэтому нужно сконцентрироваться больше на преданном служении, больше воспевания, больше слушания. And you have to be very regulated also. И нужно также отрегулировать свою жизнь. And cultivate spiritual knowledge. И культивировать духовное знание. So where there is Krishna, there will be no Maya. Там, где Кришна, нет места Майи. The more you're engaged in devotional service, the less Maya can influence you. Чем больше вы вовлечены в преданное служение, тем меньшее влияние, тем меньше вы попадаете под влияние Майи. So keep yourself busy in Krishna consciousness. Поэтому оставайтесь всегда задействованными в сознании Кришны. All right. Thank you so much. Yes, there's some other hands. Еще есть руки. Пожалуйста, Матаджи Гандарвика. Хари Кришна, Прабху Махарадж, Бхакти, Винаянаша, Нарисимха, Лами. Я произнесу, да? В общем, хочу поблагодарить за такую прекрасную лекцию. Такую понятную, медленную, потому что я очень хорошо воспринимаю, когда медленно говорят и даже успеваю записывать. Вот. Большое спасибо все слушающие Прабхупаде за такие хорошие ответы, подробные и понятные. Ну, у меня вопрос не столько философский. Я бы очень хотела узнать перевод вашего духовного имени. Бхакти Вигна Винаша, Нарисимха с вами. И может с этим связано какое-то действие со Шрилой Прабхупадой или ваше служение, может быть, было связано с этим вот именем. Почему именно это имя дали вам? Хари Кришна, ну, еще хочу. Можно, да, немножко? Да. Ну, тут просто, да, просто много лет назад Карабаджи Брабу приезжал в Самарканд, и мы как-то после того, как споем мантру Нарисимхи, просто делали поклон Нарисимха Дея Бхагаван Китяй, а потом он стал произносить вот это, Бхакти Вигна Винаша Нарисимха Дея Бхагаван. И мы уже на протяжении многих лет вот повторяем эту именно мантру при поклоне. Вот. Я бы хотела узнать перевод и с чем это связано. Спасибо большое. Hare Krishna, Hare Krishna. Maharaj, please accept my obeisances. Thank you so much for a wonderful lecture, so clear and so slow enough so that I could put down some important, make important notes. And thank you so much for detailed and wonderful answers that you give. My question refers to your name, Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Maharaj. I just wanted to know the origin of this name, whether it's somehow related to any of the services that you do, whether it is somehow related to any activities that you did with Srila Prabhupada. Some years ago, Karabajana Prabhu, who is the host of our today's class, would come to Samarkand, to our city, and after chanting Narasimha mantra, we would say Bhakti Vigna Vinasha Narasimha Ki Jai. So I would like to know the meaning behind that. Okay, so Vigna means obstacles and Vinasha means to remove. Vigna обозначает препятствие, а Vinasha обозначает устранять. So Bhakti Vigna Vinasha, by devotion we can remove all the obstacles. Бхакти Вигна Винаша обозначает с помощью преданности мы можем устранить все препятствия. So it is one of the qualities of Lord Nrisimhadev. By worshipping Lord Nrisimhadev, we can remove the obstacles which are there in the path of devotion. Это одно из качеств Господа Нрисимхадева, то, что он устраняет препятствия на пути преданного служения. Поклоняясь Господу Нрисимхадеву, мы устраняем наши препятствия на пути к Господу. And so it is one of the many names which are given for sannyasis. It was given, there's a list of names for sannyasis given by Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. So this is one of the names. This is the list which was made up by Bhaktisiddhanta Sarasvati. There is a list of many names compiled of
which are suitable for sannyasis. Есть такой список имен, которые составили специально для того, для тех людей, которые принимают саньясу. No, it's a name of Lord Narsingadev. И в том числе это имя Господа Нарсимхадева. And Lord Narsingadev has that quality that he can remove the obstacles. When he's worshipped with devotion, he can remove the obstacles. И Господь Нарсимхадев — это одно из его качеств, то, что он устраняет препятствия. Когда ему поклоняются с преданностью, то он устраняет препятствия. So there's no special significance in the name. It's just simply a name which is given to me at the time when I took sannyas. То есть какого-то особого значения это имя не несет, это просто имя, которое мне дали во время принятия саньясы. Mm-hmm. Okay. Also, there is a story, yeah. Maharaj, sorry to interrupt. When you first met Krishna consciousness through that magazine, there was an image of Lord Narsimhadev on the cover. Is that true? Yes. Я говорю о том, что когда Махарадж впервые встретился с преданными, то он увидел журнал, на обложке которого было изображение Господа Нарсимхадева. А, Махарадж, yes. Сколько времени еще мы можем вас эксплуатировать? How much time do we have to... Yeah, I'm not in a rush. Я не тороплюсь. Сколько я видел сзади... Кто-то пришел, может быть, просад вам принесли. I've seen somewhere entering your room. Maybe they've brought you prasadam. Yeah, that's okay. Нормально. Хорошо, давайте тогда не будем сильно занимать время Махараджа, поэтому постарайтесь вкратце. И вот, пожалуйста, Тамал Кришна, включай микрофон. Hare Krishna, Guru Maharaj. Спасибо вам большое за то, что вот так рассеиваете сомнения. Шрила Прабхупада говорит, что обязанность гуру именно рассеивает сомнения. В связи с этим я хотел задать вам... У меня два вопроса. Ну, вот если Карбаджина все время переживает, что у вас нет времени, так или иначе, вот по лекции... Вот вы сказали, что для того, чтобы развивать Рагануга Бхакти, не нужно прекращать то, чем вы занимаетесь. И дальше вы сказали, что если вы занимаетесь санкиртаной, то продолжайте этим заниматься. И потом я хотел спросить в связи с этим, от имени центра санкиртаны, который вот у нас существует уже лет 5, мы... не получив благословения старших преданных, вот уже 5 лет как пытаемся ежедневно воспевать, и последние 3 года мы это делаем ежедневно на улице города. Надо перевести, да? Hare Krishna Guru Maharaj, thank you for the lecture. Thank you for dissipating our doubts. This is the obligation of a guru, according to Srila Prabhupada. In your lecture you've mentioned that in order to attain Raganuga Bhakti, we do not have to stop whatever we did before in our devotional service. If you did Sankirtana, continue with Sankirtana. And on behalf of our center of Sankirtana, which has been set up 5 years ago approximately, I would like to say that we haven't got any benedictions, any blessings from senior devotees. Still, we do our Sankirtana daily for 3 years now. We do it outside in the streets. Wonderful. Так уж получилось, что сейчас в нашей группе находятся люди, которые абсолютно не знают никакой философии, но они очень привязаны к самому, к самой практике воспевания. Somehow or other, in our sangha, we have those people who do who know nothing about philosophy of Krishna consciousness. However, they are strongly attached to chanting of holy names. Со стороны руководства мы слышим некоторые нарекания по неследованию, так сказать, основных
правил предписания. Вот, и с, ну, с этим вот, в связи с этим вопросом, вот, насколько неправильно то, чем мы занимаемся, и как быть в этой ситуации. Our senior devotees, our leadership criticize, kind of chastise us because we, as they say, we do not follow the major rules and regulations. So what do you think? Is it proper or improper activity that we are involved in? What should we do? Well, it's certainly important that people should hear. They're chanting the holy name, but part of the chanting the holy name, we want to be careful of offenses. Конечно же, люди... Offenses to disobey the order of the spiritual master. Очень важно, когда люди слышат святые имена, воспевают святые имена, но тем не менее важно понимать, чтобы не было... чтобы не было, не совершались оскорбления, и оскорбления в части того, что человек не следует предписаниям своего духовного учителя. So it's nice that people like to chant the holy name, but it will be even better if they can also learn the philosophy. Это хорошо, что люди воспевают святые имена, но будет еще лучше, если они будут учить философию. Without understanding the philosophy, their chanting is not going to be very pure. Без понимания философии их воспевание не будет очень чистым. Of course, we do want people to chant, but we want them to also understand the process of Krishna consciousness. Конечно, мы хотим, чтобы люди воспевали, но также вместе с этим мы хотим, чтобы люди понимали сам процесс сознания Кришны. So at the moment they're chanting, but I don't see how their chanting can be very pure if they're engaging in sinful activities. Да, они сейчас воспевают, но я не вижу, что их воспевание может быть чистым, если они при этом занимаются какой-то греховной деятельностью. If they're chanting and at the same time eating meat or taking drugs or whatever, then it certainly it doesn't give people a very good impression about the holy name. Если они воспевают святые имена и при этом, например, едят мясо или принимают какие-то интоксикации, то, конечно же, это создает негативное впечатление у других людей о святом имени. So we have to be cautious about these things. Мы должны быть осторожны. Понимаете? Mm. There was one man, and there was this one Indian sadhu was coming to the Philippines. And so he was meeting some men there, and he was telling them, it's all right, you can keep eating meat. You can keep eating meat. He said, just keep coming to me. Keep coming to me. I said, gradually one day the meat will leave you. But 30 years later, they're still eating meat. Один человек, индус садху, приехал в Филиппины, встречался с какими-то людьми из группы людей, и он говорил им, ничего, что вы едите мясо, ничего страшного, ешьте мясо, просто приходите ко мне, но... Спустя 30 лет мы видим, что они по-прежнему едят мясо. Он говорил им о том, что в конце концов мясо покинет вас, но 30 лет спустя ситуация та же. So the holy name is very powerful. It's not different from Krishna. But you have to chant purely the name. We have to chant. There has to be general the feeling of love for Krishna. It's not just some musical performance. Святое имя естественно могущественно, оно не отлично от самого Кришны, но для этого мы должны воспевать его чисто. Для этого мы должны испытывать это чувство любви к Кришне, то есть воспевание это не просто какое-то музыкальное выступление. And so we know you do get people they like to chant, but it's more a social for their own, just a social thing, to be with their friends, they come and they chant and they sing and dance together, but they have no real spiritual purpose in mind.
it's not really for Krishna's pleasure, it's for their own pleasure. То есть у вас есть какие-то люди, например, которые приходят и воспевают вместе с вами, и это выглядит больше как некая социальная деятельность. То есть они приходят с друзьями, единомышленниками, поют, танцуют, но для того, чтобы это было правильно, они должны понимать, какая духовная цель стоит за всей этой деятельностью. Это должно быть не для себя, а для Кришны. So you have to be careful. You know, you want people to chant, but you want them to become devotees. Поэтому нужно быть осторожным. Мы хотим, чтобы люди воспевали, но мы хотим, чтобы они стали преданными в конце концов. And devotee means they follow different principles. А преданный предполагает следование определенным принципам. Также сегодня Махарадж приводил этот стих, где сказано, что бы распространять славу святого имени, нужно иметь полномочия для этого. Кришна Шакти Винанахи Параправартан. You've also mentioned, Maharaj, today that in order to disseminate, to distribute holy name, one has to be authorized, duly authorized by Krishna. Пожалуйста, Матаджи Хладини. Наверное, это будет последний вопрос на сегодня. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Такой вопрос хотела задать. Слушала лекцию вашу, и вот когда рассказывали про Господа Чайтанью, сказали, что прежде чем он родился, у его родителей умерло 8 дочерей, то есть должно было родиться 8 дочерей, они как бы умерли. И я хотела спросить, есть ли какой-то смысл в этом? Потому что когда Кришна вот, да, приходил, то до этого... Шестеро детей убивал Камса, это демоны. А вот 8 дочерей, они что-то тоже, как это, символизируют? Такой вопрос. Dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, dear devotees, Hare Krishna. My question is, you've mentioned today about the, how Chaitanya Mahaprabhu appeared in this world, and we know that before he appeared, his parents had 8 daughters who died. And we know that Krishna, before he appeared in this world, there were 6 kids killed by Kamsa, and these were demons previously. What about those daughters who were born before Chaitanya Mahaprabhu appeared? Who are they? Do we know anything? I've never read anywhere any of the commentators made any comment on this. Я никогда не читал ни от каких комментаторов. Кто это были за личности, эти дочери? But those 6 sons of Krishna, 6 sons of Vasudeva and Devaki, they were not demons, but they were cursed to become demons. They were demigods, but they were demigods, but they committed an offense. Вот эти сыновья, о которых вы сказали, сыновья Васудевы и Деваки, они не были демонами, они были проклятыми. Они были проклятыми полубогами за совершенное оскорбление. Они были прокляты и стали демонами. As a result of their offense, they had to take birth in the demon family. В результате совершенного оскорбления они были вынуждены родиться в семьях демонов. And then they were cursed again, and they took birth from the womb of Devaki to be killed by Kamsa. А затем они были прокляты снова и родились в лоне Деваки, которых и затем их убил Камса. But finally they were delivered and they were able to go back to the spirit, back to the heavenly planets. Но затем они получили освобождение и вернулись. They were back to heavenly planet or to spiritual world. They drank the milk from Devaki's breast. They drank the milk, which was actually the remnants of Krishna, and because he drank that remnants of Devaki's milk, which was Krishna's remnants, they were greatly purified. I can't remember now, did they go back to Godhead or did they go to heaven? I'm not sure. Я не уверен, куда они отправились, на райские планеты или они получили освобождение и отправились в духовный мир, но поскольку они выпили молоко из груди Деваки, которое до этого пил Господь Кришна, получается, они выпили остатки того молока, который пил Кришна, и были и получили освобождение, они были очищены. But as far as the 8 daughters of Sachi,
Nobody's commented on it. Но что касается восьми дочерей Шачи, то никто не комментирует. Спасибо, Махарадж, еще раз за потрясающую Гаура Катху. Thank you, Dear Maharaj, for an incredible Gaura Katha. Особенности практической плоскости, как практиковать философию, практику спонтанного преданного служения. In particular, you've mentioned about the practice of spontaneous devotional service, how to practice it. Hare Krishna, спасибо. Okay, so thank you very much. I hope you have a nice Gaura Purnima there. Я надеюсь, я желаю вам прекрасной Гаура Пурнимы. Взаимно, Махарадж. Likewise, Махарадж. Шрила Прабхупада ки джай. Горбайка ки джай. Джай. Его святейшество Бхакти Вигна Винаша Нарсинга Махараджа ки джай. Шри Чайтанья Махапрабху ки джай. После завтра Гаура Пурнима ки джай. Нитай Гаура Премананде. Хари Хари Бол.